Ну вот, с вами снова я и Финляндия. Сейчас я продолжу свой рассказ о том, как я и покажу, как какие получились у меня блинчики. Вот мои блинчики. Сейчас вот я здесь присяду. Это я уже буду завтракать. Вот мои блинчики, видите? Вот столько у меня получилось. Мне больше не надо. Много я не ем. Я съем 3-4 штучки достаточно. Там творожок в середине. Вот один лопнул, видите, там даже вытекает. Это не творожок. Это сырковая масса. Сырковая масса с изюмом. И я туда еще добавила немножко цукатов. Очень вкусно будет. И вот мой кофе. Вот такая у меня чашка. Ой, извините. Сейчас попью немножко кофе. Горячий, но очень вкусный. Вот такая чашка. Это мне Настюша дарила на Рождество. И вот такой с блинчиками еще буду кушать джем абрикосовый. Там у меня еще больше половины банки. А кофе я покажу, какой у меня сегодня. Вот такой у меня кофе. Вот. Фирмы Паулик. Это наша финская фирма. Очень хороший кофе. Вот. Обычно я люблю кофе Илли. Это мне Ната с Италии привозит. Он есть и растворимый. Ну, я люблю растворимый побыстрее. Раз водичкой или с молоком залил, и хорошо. И есть он такой, специальная такая турочка. Туда насыпаешь кофе, потом водички. Так закрывается, ну, и варится. Ну, вы, наверное, знаете. Вот. Но там очень крепкий получается. Но там другая пачка кофе. Не растворимый, а просто другая пачка кофе. Поэтому я предпочитаю по-быстренькому растворимый кофеек взять и попить. Ну, что вам еще рассказать? Вот уже у нас почти без 29. Куда я пойду сегодня? А сейчас вот позавтракаю. Позвоню Нине, спрошу, как у нее дела. Да, кстати, если она будет не против, я к ней днем схожу. И, возможно, я сниму видео вместе с ней. Но это если она будет не против. Я не могу за нее ручаться, не буду говорить. Если Нина захочет, то, конечно, сниму. Сейчас вам покажу мешок с тряпьем, который я приготовила. Это нет, это надо мне Нате своей отнести. Вот. А это, видите, такой вот здоровенный мешок, который надо выбросить. Вот. Как говорят люди, расхламление. Вот и у меня расхламление. Это мой цветочек красивый. Вот, это второй.